Сегодня на нашем канале уникальный и непривычный для современного телевидения материал. Это интервью Муслим Магомаев дал Леониду Парфенову для программы «Портрет на фоне» в 1993 году. В архивах мы обнаружили немонтированные исходные материалы, то, что впоследствии очень сильно сокращается. Но сегодня, когда Муслима Магометовича уже нет с нами, решили, что можем показать их прямо вот в таком виде. Для того, кто любил и любит великого русского певца, это возможность увидеть и вспомнить. А для кого-то будет интересно заглянуть на кухню телевидения. А вы чай не пьете? Кофе только, да? Пью, но редко. Я вообще какой-то не смотрю на то, что родился в Баку, ничего оттуда не взял. Не знаю. Я не люблю жару. Чай пью редко. На улице ходите без шапки. Да, кофе. Нет, чтобы папаху носить. Муслим Магомедович, вы считаете, что вы были пижоном 60-х годов? Нет. Ну, для кого-то я пижон, наверное, был. Я, в общем, так. До примерно 23 лет я проходил бабочки. Мне с детства? На улице говорили так, тискас-кас-кас. С детства. Всегда костюм бабочек. Даже не знаю, откуда он нет. Ну, наверное, так, артистическая натура. Вы считались тогда едва ли не самым большим франтом страны. Вы как-то специально подбирали костюмы, или вы, просто следя за тенденциями мировой моды, здесь оказывались впереди на шаг, на два? Ну, не знаю. Я, в общем, молодым очень любил одеваться. Ну, и сейчас так я, в общем, не прочь сменить пару костюмов. Я считаю, артист, в общем, по мере возможности, конечно, должен одеваться. А в то время, ну, я довольно часто тогда ездил во Францию, ФРГ. Привозил себе шматье. Несколько раз шил Зайцева тогда. Слава еще не так и всемирно известным. Хотя его тогда тоже, в общем, слышали, во всяком случае, о нем. Довольно даже не тихо за рубежом. Вот. Тогда еще был... на спортное. Первый мой, как же его? Забыл, до славы. Кто же у нас был? Зиндер. Вот сначала отец шил, потом сын. Ну, сын мне потом такие пиджаки начал шить, что я даже при том, при любви к одежде, я как-то стыдился их одевать. Какие-то они уж очень были. С непонятными бортами. Но вы это придумывали или вы следили за тенденциями мировыми? У всех в памяти, мы беседовали со многими людьми, вашими поклонниками того времени, ну, остающимися таковыми и по сей день, вы в памяти именно как недостижимый образец элегантности. Не знаю, не знаю. Я, во всяком случае, не делал это специально, как делают это женщины, которые следят за модой. Ну, поскольку я, опять же повторяю, я тогда довольно часто ездил в Париж и в Германию. Просто все, что я покупал, наверное, в данный момент, я не мог позволить себе покупать какие-то сногсшибательные фирменные вещи, нам тогда платили копейки. В общем, но все, что там не покупалось, свежее, я всегда в какую-то поездку там себе 2-3 пиджака покупал. Или 2-3 костюма каких-то новых.
Просто все, что я покупал, уже было модным. Ну, а потом вот как-то один раз вообще получился бум совершенно непонятный. Для меня как-то неожиданно. Даже, по-моему, для телевидения было неожиданно, потому что тогда был очень строгий цензор на все одежды, если помните, в свое время, там, на вообще внешний вид по телевидению. Я не помню, какая-то одна из песен года была. Я захлопнул дверь в доме, забыв там ключ. И вот в клетчатом пиджаке я впервые появился, кстати, не, довольно часто этот кусок показывают на песне какого-то года. Я появился в клетчатом пиджаке, потому что мне больше не в чем было появляться. Смокинг был заперт в доме. Я приехал, говорю, ну вот хотите вырезайте, хотите нет. Смокинга нет. Хотя все привыкли, что я действительно всегда, в общем, таких гала-концертах я выходил в смокинг. Хотите, не буду петь, ну вот все, что на мне есть, вот, это все я и могу, все, что имею. Ну, в общем, прошли. Говорит, да ладно, пусть поет клетчат. И вот тогда это было впервые, я как-то через несколько дней встретился со своими тетей и дядей, моими родителями. И тетя говорит, ты знаешь, говорит, что в городе говорят? Надо же, Магомаев, говорит, вот законодатель моды. Взял и вышел, говорит, вместо смокинга вышел в клетчатом пиджаке. Вот так иногда получается. Ваша карьера, обычная карьера советского исполнителя, видимо, кончилась в результате вашей поездки в Италию. Приехав оттуда, вы решили не ограничивать себя, свой эстрадный репертуар произведениями членов Союза композиторов СССР. Вы там восприняли тогдашние тенденции музыкальные, эстрадные, кроме естественной школы оперы? Да нет, в общем-то, Италия, кроме того, что дала мне многое в классическом искусстве, она практически... В Италии я просто впервые услышал шейк, твист, вот новые течения модные в песне. А там, в общем, я до Италии уже обожал петь на разных языках. Ну, больше всего я любил и люблю до сих пор неаполитанские песни, итальянские песни. А тогда в то время были модные очень Мадонио, Челентано. Вот после Италии я привез с собой типу нот, пластинок сюда. Все эти модные итальянские песни. У меня была тенденция, я больше любил итальянскую эстраду, нежели. Может быть, потому что американская тогда эстрада, английская, была для нас менее досягаема. А итальянская все-таки как-то к нам просачивалась тогда. Ну, вы, конечно, не помните, но к нам приезжал известный вокальный квартет итальянский «Марино Марини». Вот тогда известная песня «Марина, Марина, Марина, ti voglio più presto sposare». Вот эти все новые песенки. Я тогда думал, что я шучу просто. Я всегда считал, вот видите, с Верди, у меня там маечки всякие, джемперочки, свитера. Я до сих пор считаю, что я, в общем-то, всю жизнь занимался не своим делом, короче говоря. Я должен был нормально заниматься классикой. Но я никогда не ропчу ни на Бога, ни на судьбу. Что Бог дал, то я и должен был получить. Но я, когда пел эти песенки, я думал, что я просто развлекаюсь себя. Ну, почему не пошутить? Ну, Федор Иванович Шаляпин тоже пьяный напивался, пел по ресторанам там какие-то ямщицкие песни, там какие-то даже блатные какие-то песенки пел. Ну, мало ли шутят люди серьезные. Ну, и вот дошутился, что меня восприняли полностью всерьез. Я даже вон твисты там пританцовывал. Все, я не умел твист танцевать. Я вообще никогда не умел даже танцевать. И все это я выучил, там, твист, шейк, ну, только ради того, чтобы позабавиться там на телевидении в новогодние праздники. Почему не подергаться? Ну, когда я сам на себя смотрел, мне всегда было смешно, вроде бы я что-то не туда залез.
Ну, а так все потихонечку, постепенно, сам того не осознав, был, в общем, каким-то, где-то даже первопроходцем, какие-то Шейк там первый спел, Хали-Гали тогда. Я как-то один раз всерьез совершенно задумался, когда мы жили на Комсомольском проспекте с дядей. И я вышел ловить такси, мне куда-то надо было. Вдруг идет какой-то молодой парень, ну, лет 16, мне тогда было, лет 26-27. Да. Ну, совсем молодой мальчик. Идет и под мышкой держит в газете завернутые пластинки. Увидел меня совершенно ошарашенный, так на меня. Ой, говорит, Муслим. Ну, говорю, да. Угадали. Нет, говорит, вы должны мне расписаться на пластиночке. И вдруг вытаскивает мою же пластинку, там вот Хали-Гали. В Атусе были песни, такие итальянские, они в основном утренняя передача радио, «Доброе утро», она их все время просовывала с большим риском для себя, но в передачу втыкала. Ну и потом пластинка, мелодия, в общем, на себя брала ответственность все эту продукцию выпускать, запрещенную тогда. И вдруг парень говорит, вот здесь распишитесь, а вы знаете, говорит, я иду в компанию сейчас, вот наши ребята наши собираются, вот мне несу пластинку, они с нетерпением ждут, будем под вас плясать. Я так задумался, думаю, надо же, раз они уж под меня пляшут, значит, тут никуда уже не деться. Значит, ты уже певец молодежи, и значит, тебе надо уже либо сейчас резко заканчивать с эстрадой и уходить в оперу, либо потом придется уже утверждаться. Ну, это легко так сказать, а трудно прощаться с прочной хорошей славой, тем более славой у молодежи. Ну, я думал, что я так могу продолжать долго, и классику, и эстраду. Ну, не тут-то было. Конечно, в эстраду я вошел прочно, и уже надолго. Там новые песни, там Бабаджанян стал рыться в моих клавирах, подыскивая, значит, в каком стиле еще песню написать. Человек он был плодотворный, царствие небесное ему. И вот подарил нашей стране такой огромный ряд шлягеров, что тут уже каждый раз я думал, все, последнюю. И Бабаджанян, кстати, думал, что все, он последнюю песню пишет и уходит в классику. Он будет писать только серьезную музыку. Ну, так до конца своей жизни он, по-моему, и не смог уйти в классику, и я тоже. Было то, что было все-таки нельзя. Вот вы сказали, что с риском можно было протолкнуть какие-то итальянские вещи. Вы первым на официальной эстраде в телевизионной трансляции спели «Вчера Битлов». Вы первым спели песню «Нина Рота» из «Крестного отца». И было ясно, это видно даже по программам передач телевидения того времени, что это больше никому не дозволялось. Было то, что все-таки было нельзя. Что вы бы хотели? Нельзя было много зарабатывать. Пожалуй, только это. У меня какой-то странный был такой меркантильный всегда разговор с редакторами передач по телевидению «Огоньков». Какой-то меркантильный до противности. Вот мне говорили, что «Муслим, ну вот вам придется спеть там в передаче три песни. Спойте американскую, спойте английскую, спойте что хотите, но вы должны спеть еще две советские песни, чтобы, в общем-то, как-то забить то позорное, что я спел до двух этих советских песен. Ну, конечно, приходилось соглашаться, тем более, ну, песен советских я тоже старался, в общем, петь, только хорошие. Не могу себя упрекнуть. Вот сейчас я собираю
на все эти случаи, вот цифровой магнитофон есть, я хочу переписать всю свою старую фонотеку, и невольно натыкаешься на такие песни даже, которые не помнишь, что это, когда я ее пел вообще, что это за песня. Даже не помнишь авторов. Бывало так, ну, может быть, раз 10 в моей жизни. Когда, ну, какой-то автор, вот, Муслим, если вы споете, вы дадите мне дорогу. Ну ладно, шел на радио, договаривался с редакцией. Давайте, ну, парни, вот, споем песни. А вдруг все-таки будет, вот как Полат Бибилёглы. Он же тоже никому не известен был. До того, как мы с ним не приехали в Москву, я его показал на радио, в редакцию привел. Они сразу были в восторге. Новый талант, новый, значит, своеобразный мальчик из Баку. И отсюда пошел Полат Бибилёглы. Я говорю, ну давайте вот парня запишем. Ну, вдруг хорошая песня получится. Ну, конечно, я знал, что вряд ли что-нибудь получится. Все-таки для того, чтобы быть композитором, надо родиться как Пахмутова, или как Полат Бибилёглы, или как, ну, в общем, под какой-то особой звездой. Но вот сейчас, вот, а в основном песни, ну, все-таки писали лучшие композиторы нашей страны. Полат написал очень много хороших песен. У Фельдсмана есть прекрасные песни. «С любовью к женщине», серьезная песня. Я вообще был любитель всегда петь серьезные песни. Так можно как их охарактеризовать как лирико-драматические, так как «Благодарю тебя», «Баджанян», там «Мелодию», «Пахмута». Меня, хоть у меня, в общем-то, наверное, не было в жизни трагической так особой любви, чтобы совсем вот вспомнить и зарыдать сейчас. Но меня почему-то мелодрама всегда больше тянула, где можно было слезу подпустить в песни, так как-то с грустью спеть. И меньше нравились веселые. Несмотря на то, что, в общем, я... Мне, правда, люди, которые меня плохо знают, говорят, что я, наверное, пессимист. Но если меня раскрутить, можно понять, что я, в общем, незаконченный пессимист. Хотя иногда бывают пессимистические мысли какие-то. Когда вы первый раз услышали записи Пресли? На ребрах. Снимки рентгеновские тогда. В Баку довольно прочно процветал бизнес такой, левый. Ну, мы покупали тогда Пресли, записи слушали. Нам это воспрещалось все в школе, в общем. Потому что я учился в такой элитарной школе, где ты должен знать только Баха, Генделя, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова. И даже если ребята где-то играли джаз, за это просто исключали со школы. Считали, что ему не надо учиться классике, если он играет джаз. Это мы сейчас знаем, что многие джазмены начинали как раз с классики, потом заканчивали джаз. Вот. И, ну, естественно, тогда мода была под Пресли, вот Коки, там, Баки. У вас были Баки? Еще какие? В свое время, да. Да сравнительно недавно еще тоже. Вот. Как-то я посмотрел, думаю, господи, зачем же я их отпустил? Причем уже значительно позже, где-то. 80-е годы, конец 70-х, вдруг я решил батю вот такие отпустить. Потом сбрил. Но вы тогда не говорили о том, что вы хорошо относитесь к Пресли. Вы как бы предполагали, что вы, естественно, с симпатией относитесь к итальянцам, а так сказать, другие корни, ну, там, в каких-то интервью или там еще чего-то, каким-то образом объясняя свое творчество. Ведь... А нет, когда я Пресли любил, тогда у меня никаких интервью не было. Мне было лет 16-17. Вот. А потом вообще у нас же Пресли в стране был такой вот бяка, хулиган, наркоман. Ну, что еще там? Да и убийца, и еще чего ему только не приписывали в нашей печати. Только не певец. Все что угодно. Да и меня никто о нем не спрашивал. Потом уже даже в интервью. И, пожалуй, первый раз вот Пресли заинтересовались. Скорее, в годы перестройки уже.
ну, годы перестройки сразу всех стали откапывать ковры, обидели. И не замечают тех, которые действительно, в общем, честно себя вели и не уехали из страны в свое время. Они теперь, значит, в общем, у нас так не фаворит. Почему не уехал? Надо было уехать. То есть... Да, вот это может быть. Да. Доброе. Ой, у меня сейчас съемка. Давайте созвонимся где-нибудь часа через два, ладно? Я буквально вот сейчас на камеру разговариваю. Ладно, ладно, есть, пока. То есть вы были на самом деле музыкальным антисоветчиком до какой-то степени? Ну, если бы ко мне бы относились, не относились бы, я бы так, наверное, сказал. Мне, в общем, в жизни везло. Я только не понимаю, вот за что меня так любило вот правительство. Вроде я песен о Ленине никогда не пел. Ни один раз в жизни. Ни о Брежневе не пел, хоть один раз ко мне подошли там с такой песенкой, с текстом, чтобы я о Леониде Ильиче спел в его присутствии во дворце съезда. Ну, мне тогда было говорить, что не хочу я про вашего Брежнева петь. Это вообще, это сейчас легко говорить о том, почему вы раньше не протестовали. Ну, что значит не протестовали? Ну, что, кому хочется в психушку садиться? Наверное, никому не хочет. Просто не надо делать то, что тебя заставляет. Ну, это можно было как Шостакович. Шостакович же тоже ни с кем не боролся, ни с кем не ругался. Он железно делал свое дело. Ему говорили, вот эту симфонию вы плохо написали. Ах, извините, больше не буду, буду писать лучше. Все равно от этого он не перестал быть Шостаковичем. Он остался в стране до конца жизни. То есть его знает весь мир. То есть вы просто не полемизировали? Нет, вы себе тихонечко... нет, я сказал, что мне эта песня не подходит. Не по диапазону. И я говорю, и стихи-то плохие. Я говорю, Леонид Ильич, я думаю, достоин лучших стихов, чем вот здесь я вижу. Я говорю, не буду я, извините. Извинитесь, пожалуйста, перед Министерством культуры. Но я не смогу эту песню спеть. Ну, они отдали другому певцу, короче говоря. Так что не было... Ко мне прекрасно относились. Я помню Хрущев, когда я еще принимал тогда азербайджанскую делегацию культурную в Большом театре. Вот тогда Микоян стоял, я его не узнал вообще, кто это такой. Кажется, это Микоян был. Я его загородил спиной, а мы все стоим, значит, Никита Сергеевич с нами разговаривает. Я встал спиной, а там в ряд все люди стоят, я кого-то должен был спиной загородить, потому что места больше, куда воткнуться, не было. И Хрущев мне, значит, что-то говорит, вот наш комсомолец. Хотел он сказать, Никита Сергеевич, никогда в комсомоле не был. Даже в пионерах был, по-моему, месяц потом, чтобы меня галстук содрали за хулиганство. И вот так вот я стою, прикрыл, вдруг он сзади слышу, значит, молодой человек, всю Москву покорили, здороваться не хотите? Я посмотрю, Микоян. И вот когда Хрущев, значит, ну, пускай наш комсомолец что-нибудь там споет. Ну, думаю, что петь? И вдруг Микоян меня спас. Он говорит, Муслим, говорит, пой неаполитанские песни, это у тебя лучше всего получается. Вот. И поэтому из-за того, что ко мне очень хорошо относились вверха, мне прощалось многое. Ребята подходили ко мне, я помню, с длинными волосами, которым закалывали потом заколками, чтобы, не дай бог, были длинные волосы. И они подходили ко мне, просили, говорят, Муслим, отпустите, говорит, вот такие вот длинные волосы, там бороду, что нам тоже потом, говорит, под это разрешат. Ну, мне это просто не надо было, ни длинные волосы, ни усов, ни бороды. Поэтому просто, наверное, в этом отношении я какой-то везунчик был. И как мне сейчас говорят, что правительство тебя любило, очень много корреспондентов. Ну, да, любило. Может быть, не очень скромно говорить, я так иногда, когда у меня плохое настроение, я огрызаюсь там надоедливому корреспонденту, когда говорит, ну вот вас Брежнев любил, чем вы «Малую землю» пели. Я говорю, ну правильно, я говорю, значит, у Брежнева хороший вкус был. И все. А как отвечать? Мало что, кого кто любил. Ну, Джилли тоже любил, Муссолини, великого итальянского певца, Гитлер любил. Но он же от этого не перестал быть Джилли.
Ну, все равно великий певец. Кстати говоря, многие деспоты грешили любовью к искусству. Это всем известно. Гитлер обожал Вагнера. Кстати говоря, Владимир Ильич наш обожал Вагнера. Хоть все говорят, что он Бетховена любил. Нет, он любил Вагнера. Он любил революционную, громкую музыку. Я, например, Вагнера терпеть не могу. А все революционеры обожали Вагнера. Так от этого, от того, что я терпеть его не могу, и от того, что они обожали Вагнера. Вагнер же не стал плохим композитором, но все равно гениальный композитор. Я хотел поговорить с вами о главном танце, с которым началась вот эта ваша неожиданная для самого вас танцевальная эстрадная часть творчества. Что это был за твист итальянский, который вы начали петь еще раньше, чем наши твисты? А, 24 тысячи поцелуев назывался. Это Адриано Челентано, один из первых его твистов. По-итальянски это звучит «24 mila baci». Вот меня за это «24 mila baci» очень ругали. Причем Министерство культуры меня ругало не за то, что я пою твист. Они еще тогда не понимали, что это твист или что. Они думали, просто шуточная песня, какая-то эстрадная. Но ругали меня за то, что я в серьезных концертах в зале Чайковского позволял себе начинать с Баха и Генделя. Потом постепенно переходил через Пуччини, Верди к итальянским, к неаполитанским песням. Так гладкий был очень подход. И потом, когда уже народ расходился, оставалась довольно большая группа моих поклонников, поклонниц. Уже тушили свет, убирали рояль, снова выдвигали. И начиналось вот третье отделение, когда я садился за рояль, начинал петь вот эти твисты и всякие другие бяки. Вас при этом не сопровождал официальный аккомпаниатор ваш обычно? Нет, ну... То есть вы... Аккомпаниатор аккомпанировал концерт. Весь, серьезную программу. А свою уже третье отделение, это я уже сам себе... У нас аккомпаниатор был очень благоверный такой, Борис Александрович Абрамович, он потрясающий, я никогда его не забуду. Это аккомпаниатор был, который всю абсолютно программу всегда играл совершенно наизусть. И он так обожал классику, он всегда очень кривился и даже уходил подальше, чтобы не слышать, как я пою дальше эти твисты всякие. Он говорил, мне лучше, говорит, Муслим, это не слушать. Пускай у меня, говорит, в ушах будет ваше первое и второе отделение. Говорит, третье, говорит, пускай будет на вашей совести. Ну, я просмотрел очень много киносъемок разных концертов. И вот сейчас, обратив внимание, решил спросить. Вы как-то особо выбирали перстни? Они у вас были тогда разные? У меня только один перстень. Нет, раньше были с камнями. Как-то. Никогда в жизни. Вот один черный банк. Какой-то с какими-то белыми многими. Нет, камнями. Нет, никогда в жизни. Я вообще раньше не любил перстни. Так как-то на мужчинах смотрел очень подозрительно, те, которые одевали перстни. Потом вдруг почему-то у меня все поменялось. И вот этот перстень, который просто ковер там, шкатулочка. А то подарки были покойного шаха Ирана. Я был в гостях у них тогда, шахиня. Когда была в Баку, она меня услышала и пригласила меня в гости. Мухаммед Реза Пахлави. На их годовщину коронации. И я, так сказать, там был в числе приглашенных во дворце у шаха. Ну, естественно, как полагается, приличному гостю-певцу. И попел. Вот. И, пожалуй, тогда я стал врагом госконцерта номер один. Потому что, сопровождая меня в эту поездку, они мне написали целую такую бумагу. Если я во дворце у шаха получу столько, сколько я должен отдать госконцерту, сколько оставить себе, я так посмотрел, говорю, вы что, с ума сошли? Ну, неужели вы думаете, что на рождении шаха, в день коронации шаха, шах мне будет давать деньги за то, что я у него в гостях еще и спел? А че, как вы меня оскорбляете, даже вот это вот доверие?
Ну, говорит, в общем, наше дело вам дать, а там, если вы вдруг получите деньги, не отдадите. Я говорю, хорошо. И как назло, значит, меня Шахиня попросила, значит, говорит, ну, одно дело, говорит, вы во дворце у нас выступили, а другое дело, мне хочется, чтобы весь иранский народ услышал вот ваше пение. Не могли бы вы выступить по телевидению иранскому? Я говорю, могу, почему нет? На следующий день я выступил по телевидению иранскому, мне вручили вот такой вот пакет денег. Было очень много, я не считал их, потому что я сразу же отдал. Я говорю, вы знаете, у восточных людей, когда людей приглашают в гости, денег не берут. Считайте, что это мой подарок Шахине и Шаху. Они вообще обезумели. Такой жест, гулят советского человека. Вообще странный какой-то. Но, во всяком случае, настаивать не стали. Я потом послу говорю, у меня к вам просьба. Вы сообщите, пожалуйста, и в наше посольство, всем, и в госконцерт, что я денег не взял. И после этого все. У меня была большая ссора с тогдашним руководством госконцерта. Как это я не привез денег и не взял. Так. Так что вот это вот просто подарки Шаха, которые мне очень ценные. Я поэтому ношу с кольцами теперь хожу. Вы часто поете по-английски? По-итальянски. Говорили, что репертуар космополитский. Ну, Министерство культуры, конечно, обращало на это внимание. Но тогда вообще было очень странно. Тогда даже оперные спектакли считали, что должны идти только на русском языке. Меня ругали за то, что я, приехав из Италии, где я выучил партию на итальянском языке, я на итальянском ее и пел здесь, на спектаклях. Хотя я говорил, что надо петь на языке оригинала. И сейчас у нас только к этому приходит. Вот Большой театр ставит Травиату на языке оригинала, на итальянском языке. Паяцци ставил «Сельскую честь». А тогда я считал, что это вообще... Ну как это? Люди, пришедшие в оперу, должны знать, о чем поют. Я говорю, те, которые пришли в оперу первый раз, ну, им и не надо знать. Пускай программку почитают, там содержание есть. А те, которые любят оперу, они давно знают содержание оперы, о чем кто поет. А в песнях, как ни странно, обвиняли меня просто в письмах, вот, которые мне писали люди. Что почему вот Сергей Яковлевич Лемешев пел неаполитанские песни на русском языке, а вы поете по-итальянски. Ну, я приводил примеры. Я говорю, ну, я думаю, что если приедет к нам иностранный певец какой-то, то, наверное, русскую народную песню он попытается спеть на русском языке, потому что она будет совсем по-другому звучать. И таким же образом никогда неаполитанская песня не будет красиво звучать на русском языке, насколько бы певуч и интересен русский язык и богат не был, то все равно итальянский для пения есть итальянский, особенно для итальянских песен. Кстати говоря, за рубежом, если ставят Бориса Годунова, то ставят на русском языке. Худо-бедно, мучаются, им трудно ужасно по-русски петь, но они поют по-русски. И вот то течение, вот сейчас наши вот ребята тоже стараются что-то копировать. Я не очень согласен с теми, которые считают, что вот новое течение, рап, например, прекрасен на русском языке. Мне это напоминает действительно Винни-Пух. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Да-да-да. А когда я слушаю рап, как делают негры и поют на английском языке, я понимаю, что это сделано не потому, чтобы музыки в ней не было, а просто одни слова, а для ритма. Они танцуют. Во-первых, благодатный язык. И они прекрасно пляшут в этот момент. Такие выдерживают фортели, что даже Майкл Джексон может позавидовать. Вот тогда это настоящий рап. И некоторые вот эстрадные песни я не приемлю на русском языке. На английском языке, на итальянском, на французском они звучат лучше. Поэтому смотря что поешь, в общем. Вы пели первый наш твист, который вот был на русском языке и был написан. Первый наш твист был
по-моему, «Черный кот». «Жил-да был». «Черный кот». Был его не пел. Чуть позже. Нет, «Черный кот» был чуть позже. Раньше была все-таки «Королева красоты». По-моему, нет. Ну, надо узнать. Ну, хорошо. Хорошо. «Королева красоты» и «Лучший город земли». Вот два баджаняновских. Как они? Вот это были те идеи, которые вы привезли Арно Арутюновичу из Италии? Или каким образом? Они же на вас были сделаны. Ну, прежде чем я из Италии Арно Арутюновичу привез последние там песни, все-таки был «24 Милобачи», уже твист. Вообще, действительно, вы сейчас меня озадачили. Все-таки «Черный кот» был или «Королева красоты». Ну, да бог с ним. Что тут соревноваться, кто раньше выскочил. Вот. Но Арно Арутюнович, он быстро хватал все. Что он написал первый «Шейк», в этом я не сомневаюсь. «Шейк» был первый его. Это что? «Солнцем опьяненное». «Шагает солнце по бульварам. Сегодня солнце влюблено». Кстати, мне посвятили они с Робертом. Вот. Ну, во всяком случае, тогда много сразу подряд было песен. И сейчас даже трудно припомнить, какая шла зачем. До того они, кстати, у Арно были похожи даже, что я «Королеву красоты» на сцене прямо, когда уж совсем мозга за мозгу залетал, я путал. Я не помню, по переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш петель, или шагает солнце по бульварам, сегодня солнце влюблено. И думаю, господи, а как же «Королева красоты» или как «Солнцем опьяненный» начинается? И это действительно было, потому что все в одном ритме уже шло, все в одном заводе. Вот как сейчас поют группа ВАЦ, когда они начинают петь эти твисты, такое впечатление, что это одна большая нескончаемая песня идет. Все вроде бы одно утекает, другое начинается, и не поймешь, где начало, где конец, а все очень довольно приятно слушает. А вы действительно не любили «Королеву красоты»? Нет. А почему? Даже говорю, у меня две были нелюбимые песни в моей жизни. Это «Королева красоты» и «Свадьба». Ну, не знаю. Вот бывает, ну, мало что. Ну, мне, например, нравится «Котлет», другому нравится «Бифштекс» больше. А это были как раз те песни, которые от вас требовала публика? Да. Ну, нет. Публика с удовольствием слушал и «Благодарю тебя», и лирические песни, «Не спеши», тогда я на Евтушенко стихи. Тоже песня запомнилась тем, что долго ее пришлось пробивать. Что-то Женя там Евтушенко в очередной газете сказанул. Сразу запретить Евтушенко, а тут свежая песня «Не спеши», прекрасная песня. И вдруг нет, Евтушенко в запрете. Ну и там, ну при чем тут музыка, при чем тут песня? Ничего же антисоветского, «Не спеши» нет, все же нормально идет. Ну, в общем, пустили. С «Лучший город земли» я как-то вам при встрече первый рассказывал. Смешная история была тоже. Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город земли», первый твист. Не первый, но тоже один из первых твистов советских. И он как услышал, говорит, что песня о Москве, твист, убрать, чтобы больше не слышал. Позвонили помощники на станцию «Юность», сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше, лучше «Город земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить, пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал, теперь песня наша пойдет. Такие казусы тоже были. Было у Бабаджаняна три песни с почти одинаковыми куплетами, где повторялось вот это «Ла-ла-ла-лай». Это было с «Сердце на снегу», «Свадьба» и «Чертово колесо». Это что? Что за ритм, что за стиль? Вы это как определяете? Я это определяю как тоже одно из модных течений тогда. На Западе же довольно часто вдруг все увлекаются Русью. Всем русским, цыганским.
И если так обратить внимание, то это бывает вот по где-то как будто как мода возвращается. Раз в 10 лет, условно. Да, какое-то повторение бывает, как отлив-прилив, отлив-прилив. Вот я когда был во Франции, не помню, какой это год был, ну, где-то, наверное, 68-й, 67-й, наверное, где-то. Тогда вот появился казачок. Известный танец. Весь Париж, и, по-моему, весь мир уже после Парижа плясали вот этот казачок. Потом появился певец Иван Ребров. Тоже пошла псевдо-Русь. Псевдо-русские песни стали очень модные. Потом стала модная песня «Дорогой длинной». Если вы помните, была такая песня. Наверное, в «Колыбели» слышали. Почему? Это из репертуара Вертинского, так что это такая... Нет, «Дорогой длинной» — это не Вертинский. Он пел ее. Это не он автор, но он ее пел. Пел разве? Да, и даже на пластинках мелодии. Правильно, поздно. Совершенно, вы правы. Он пел эту песню, но потом уже, когда ее еще раз сделали, возродили, то правильно, ее спела какая-то английская певица. Ну а потом уже у нас сделали, прибавили там куплеты какие-то, уже связанные с космосом, там еще с чем-то. И вот как раз эта песня явилась, опять же, спела иностранка эту песню на английском языке. Как сейчас помню, я просто не помню, кто именно из певиц. И вот потом опять пошла мода на псевдорусские песни, которые ужасно не нравились Екатерине Алексеевне. Она считала, что это кощунство. И вот тогда Арно Бабаджанян, естественно, как такой человек, быстро все хватающий из модных вещей, он подряд написал вот три свадьбы. Сначала «Чертово колесо», «Свадьба», «Сердце на снегу». Из всех этих трех песен мне больше всего нравится «Сердце на снегу», я ее до сих пор пою с большим удовольствием. Чёрт вот с этим лицом. Припевом да. Ну, там ля-ля-ля-ля как раз меньше, в «Сердце на снегу» меньше. Ля-ля-ля-ля – это больше в «Чёртовом колесе». В «Свадьбе» тоже меньше. Какая была обстановка на концертах? Они вам сольные, судя по записям, давались страшным вообще вот трудом. Вы жутко выкладывались на них, да? Это вот изнурительное дело с двумя отделениями концерта, это изнурительное вообще дело, да? Моя беда в том, что я никак не могу себя на сцене где-то притормозить, хотя, в общем, иногда, может быть, надо. Хотя бы даже ради того, чтобы эмоции не перехлёстывали твое искусство, как Федор Иванович Шалякин там, когда Мельника пел один раз, он почувствовал, что у него закладывает горло, появились слезы, и он сейчас начнет плакать вместо того, чтобы петь. Ребята, откройте, а? И сделайте стоп. Это мой водитель. Стоп, ладно? Вот да. Федор Иванович, почему надо сдерживаться немножко на сцене, вести себя более профессионально. Он в Мельнике вдруг чувствует, что у него застилает горло, слезы уже появляются, нос щекочет. И он вроде вместо петь просто ему плакать хочется. Вроде так его растрогала партия, так он вошел в образ, и он, значит, пишет в своей книге, что я сказал, нет, Федор Иванович, ты уж это брось, пускай публика плачет, а ты давай пой. И вот действительно, когда на сцене уже захлестывают эмоции, то надо где-то немножко себя сдерживать. У меня не получается, когда я песню пою. Я каждый раз думаю, ну, я вот выйду и постараюсь поспокойнее. И вы знаете, тут какой-то, как будто парапсихолог какой-то действует. Когда начинаешь петь спокойнее, себя сдерживать, публика это чувствует. И уже воздействие не такое. Когда не отдаешься полностью, вот откуда она это чувствует, я не могу понять. То ли ты уже поешь все-таки более сдержанно и холодно. Но во всяком случае, я понял, что зрителю и слушателю надо отдаваться полностью. Ну, конечно, не до слез уж, но, во всяком случае, не экономить, не жалеть голос, не жалеть чувств. Поэтому, когда уже не жалеешь, то, естественно, с тебя начинает уже лить пот. И уже значит, на последнем издыхании допиваешь концерты. Я никогда не был скуп на сцене. Во всяком случае, никогда старался не надоедать своим пением
так, чтобы там 3 часа петь, и чтобы зрители уже подумали, что когда ты закончишь, или ради вежливости просто сидеть. Но во всяком случае и не скупился на то, чтобы попеть лишний еще полчасика. А вот, ну, публика не расходится, требует бесировать. Что тогда? Как вот нужно было оставить концерт? Я понял, что в зале Чайковского. Вот один жест, и все, и все успокаивались и уходили. Это у меня был такой уже на крайний случай жест, что уже больше нет возможности продолжать. Мы разговаривали со Светланой Михайловной, она, вы ей обычно передоверяли как-то поуспокоить несколько зал, чтобы она там как-то тянула объявки. Я не знаю, какие-то существовали приемы для того, чтобы все-таки погасить как-то эмоции в зале. А зачем их гасить? Это иностранные певцы нон-стоп делают концерты, чтобы не давать публике очухаться. Даже не дают возможности аплодировать долго, чтобы не расхолаживать. Нет, но Светлана Моргунова, чем она могла? Она анекдоты на сцене не рассказывала. Как конфилировать она концерт не могла. Она сугубо объявляла номера. И все, но она могла более медленными шажками идти, там немножечко потянуть паузу, там, подождать, пока ну, совсем утихнет народ. Вот этим она могла потянуть концерт, а она же не Борис Брунов, не конферансье, ей больше сказать на сцене нечего. Может, так стишок какой-нибудь прочесть. Я сейчас вспомнил, у меня был когда-то разговор об интернационализме Баку с Аязом Муталибовым, который говорил, что он главный бакинский плейбой конца 50-х. Вы его знали тогда? Нет. Он рассказывал, нет, у него был нет. Тоже кок на платформе ботинки. Нет, я тогда его не знал. Ну, он постарше. Познакомился с ним как раз, когда он уже был президент. Нет, нет, не президент. Он еще был председателем Госплана. Он просто жил в нашем доме в Баку, по соседству. Уже когда перешел на работу в Госплан, он получил там квартиру, и мы были соседи. Вот, а насчет интернационализма он говорил совершенно верно. Он говорил, что в этой компании были армяне, азербайджанцы, евреи, русские. Вот так было где-то человек 15-20 таких первых преслевиков в Баку. Вот, которые держались дружной такой стаей и не обращали внимания на национальность приятелей. Это, в общем, для бакинцев, я не говорю о районах. В районах тоже азербайджанцы и армяне жили бок о бок нормально. А Баку особенно, Баку очень интернациональный город в этом отношении. Там, в общем, в основном даже трудно сказать, отдать предпочтение, кто вел, где главенствующую роль в компании. Это был армянин, или еврей, или русский. Во всяком случае, всегда какая-то компания имела цветник из национальностей. И никогда ничего, так сказать, ни о ком. Ну, только армянское радио, может быть, это по всему Советскому Союзу было. Подсмеивались. До какой степени, как вам кажется, вы и, может, до какой-то степени Палат, но прежде всего мой вопрос к вам. До какой степени ваша работа на эстраде, пусть и в современных ритмах, была связана, например, вот с, именно с восточными мотивами, с манерой пения, скажем, Рашида Бейбутова и так далее? Потому что при всей ритмической американизации или там уже я не знаю там чего еще, мотив восточный, манера пения и гласные какие-то, они дают о себе знать. Я понял. Мне Палат ближе, конечно, к этому. Ну, у него отец был выдающийся азербайджанский певец. Он один из первых таких певцов с народным голосом. Поехал в Италию, научился петь, пел классический репертуар, итальянские оперы, арии. Но, тем не менее, Палат вырос вот в семье, где
пели восточную музыку, говорили по-азербайджански. Поэтому он и знает язык. Я рос в таком окружении, и если во мне порыться, у меня столько национальностей. Это просто кошмар. Я, например, иной раз по пальцам не могу почитать. Если у меня, так сказать, бабушка татарка, мать у меня полутурчанка, полуадыгейка, у нее и русская кровь, и еще чего-то. Дед мой, в общем-то, и в Чечне был, и потом переехал в Азербайджан, уже писал в Азербайджане музыку. Родился в семье, я воспитывался, где тетя моя была полькой. И, естественно, в семье был язык русский, потому что тетя моя, ну, отец у меня погиб на фронте. Мать обрела новую семью. Уехала, я воспитывался у родного брата отца, вот своего дяди, такого закоренелого коммуниста, который даже умер на посту только потому, что нельзя ему было работать, врачи запрещали, он не мог не работать. Я сейчас с ужасом думаю, если бы он был бы жив, как бы он подумал, что, значит, он всю жизнь свою и умер за то, чтобы развалить наше государство. Так получается, в общем, если сейчас послушать людей. Поэтому, может быть, хорошо, что его сейчас нет. Хоть мне очень горестно. А тетя была полька, и поэтому бабушка татарка. И все в семье говорили только по-русски. Ну, так иногда дядя переходил с бабушкой на азербайджанский язык, иногда на татарский язык. И, в общем, полная бильберда. Я понимаю упреки азербайджанцев в том, что я не знаю языка, но я не знаю языка только потому, что я с детства его не впитывал. Я учился в элитарной школе, мы с Паладом вместе учились в этой школе, где у нас был не обязательно азербайджанский язык. Хочешь — учи, хочешь — нет. Вот учи английский, учи русский, все говорили по-русски. Естественно, больше уделялось внимание английскому языку, нежели азербайджанскому. И у меня просто не было времени учить этот язык. Пел я по-итальянски. И, в общем, уродился вот такой интернационалист полный. Поэтому у меня ничего не может быть, уже никакого национализма, какого-то недоверия к каким-то национальностям, потому что все перемешано настолько в крови, что... Вы пели «Я влюблен в весну твою, Азербайджан». Вы пели по-азербайджански? Я пою по-азербайджански, пою прекрасно. Я язык-то, когда мне говорят, я понимаю. Но я настолько говорю отвратительно, что мне неудобно у себя при своем народе разговаривать на кошмарнейшем языке. У меня есть друзья-приятели, которые говорят на азербайджанском, ну, немножко лучше, чем я. И они не стесняются почему-то выдавать фразы, хотя, как они говорят, это смешно очень слушать. Я стесняюсь, хотя я понимаю речь, я понимаю, о чем говорят, но я сразу же перехожу на русский язык. Кстати, азербайджанцы сами того не знают. Многие, говоря по-азербайджански, они вставляют очень много русских слов. Потому что, например, вилка, ложка есть на азербайджанском языке. Но, наверное, это не древние слова, это не коренной азербайджанский язык, поскольку, наверное, восточный народ всегда привык есть руками. Тогда не было, когда появился тюркский, не было ни ложки, ни вилки, ни чашки, наверное, пиала какая-то была, что-то совсем другое. Есть какие-то вещи, которые, ну, перестройка. Ну, в общем, есть какие-то вещи в русском языке, которые азербайджанец невольно, когда он будет говорить, он будет вставлять русские слова, потому что он на своем языке не сможет найти. Это должны просто прекрасно знать литературу на азербайджанский язык, чтобы умудриться выпутаться без иностранных слов. Это время все вспоминают как очень такое светлое, романтичное. И, наверное, не только от того, что все тогда были моложе, естественно, солнце светило ярче, а небо было синее. С чем у вас это время ассоциируется? Вот кроме вашей работы, с каким настроением, с каким чувством?
Мне ассоциируется время. Я вот как-то не люблю. Вот, наверное, потому что я не чувствую еще себя старым. Что вот как-то ругать новое время, хвалить старое время. Мне почему-то это претит. Все, когда вот другие начинают говорить, вот наше время. Песни были хорошие, наше время. Там, люди были лучше. Ну, к сожалению, вынужден повториться, что да. В общем, во всяком случае, в моем восприятии. Когда я приехал первый раз в Москву, мне было 15 лет. Меня дядя привез в командировку, он тогда работал в Совмине, в Баку. Он меня взял с собой. И вот мне запомнилась чистейшая Москва. Эти поливалочные машины, надо, не надо, ездили. Что они там вымывали, уже чистый асфальт. Ну, все вымывали. Мне запомнился народ. Это были совершенно другие лица. Это были добродушные. Все шли, думали о чем-то хорошем. Вот удивляешься, сейчас слушаешь то время. Людей сажали, психушки, расстреливали. Куда-то вообще люди исчезали. Но если вот посмотреть те кадры, когда мы говорим, что на демонстрацию людей насильно выпихивали, там, с работы освобождали. У них счастливые лица вот такие вот были, когда они проходили мимо мавзолея Владимира Ильича. Вот такие счастливые люди от того, что их с работы просто освободили, что ли. Или им действительно так было хорошо. Вот я запомнил людей, что они были добрее, по-моему, все-таки были чище. Я ни в коем случае не хочу их обвинять сейчас в чем-то. Понятно, что жизнь такая сложная стала, что я человек, который, в общем, всю жизнь старался в песнях, в своем творчестве не влезать в политику вообще. Ну что, собственно, когда говорят «Пушкин, муза молчит». Ну и сейчас, к сожалению, я понял вот остроту все этой поговорки. Раньше я не очень понимал, что такое, вот, когда пушки говорят, муза молчит. Вот теперь я понимаю об отношении к искусству, что сейчас вот муза мало кого нужна. А вот в то время песни нужны были для того, чтобы их слушать, не только для того, чтобы под них танцевать. И песни, несмотря на то, что всегда вспоминаю Сергея Георгиевича Лапина, вот, всегда все песни, по-моему, какие только писали авторы, у него на столе были, и он должен был обязательно сам посмотреть лично текст, нет ли там чего-нибудь, какой-нибудь бяти против нашего строя, все ли там в порядке, так сказать, в рамках цензуры. Он мог забарковать любой текст. Но если посмотришь тексты тех песен, то они действительно хорошие. Но сейчас никто не обращает внимания на текст. Ну и это видно, что не обращает внимания не только председатель телевидения, компании, но и не обращает внимания, по-моему, уже слушатель. Что там поют, как поют. В общем, это их личное дело. И удивляешься, потому что, в общем, ведь вот то, что мы сейчас говорим, что у нас ретро, вот ансамбль «Браво», вроде как близится к ретро, шоу-группа «Доктор Ватсон», ретро. А ведь за рубежом нет ретро. У них все равно Фрэнк Синатра как пел, он поет до сих пор. Лайза Минелли как пела когда-то давно, она и сейчас поет. Никто ее в ретро не засовывает. Все равно музыка современная, группы, шоу, так сказать, бизнес одно дело. Это своя компания, но есть и серьезная песня, серьезная музыка. Тот же Фрэнк Синатра, который он будет записывать новую песню, уже не будет новый хит какой-то записывать. Он запишет опять что-то в своем стиле, что-то умное. Нравится людям такая музыка, пусть слушают такую музыку, нравится такая молодежи. Хочется потанцевать, ради бога, никто ничего не запрещает. Вот поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, мне кажется, что тогда люди все-таки были немного добрее. И я думаю, что не потому, что только колбаса была в магазинах, и можно было хлеб там за 15 копеек купить там, в те годы. Ну, наверное, все-таки еще не испорченный народ был. Фильмы были чистые. Может быть, где-то вот наивные. Я, например, люблю старые фильмы очень смотреть.
Где-то они, если сравнить с современными фильмами, они где-то наивные. Но в этой наивности что-то есть такое неиспорченное, что ли. Вы предпочли бы, чтобы вас называли советским Элвисом Пресли или советским Фрэнком Синатром? Вот ни в коем случае. Ни в коем случае. Я вспоминаю один из моих любимых актеров, Иннокентий Смоктуновский, как-то сказал, что его сравнили где-то. Говорит, это советский Лоуренс Оливье. Он говорит, я сказал, я не хочу быть вторым и советским Лоуренсом Оливье. Я хочу быть вот Иннокентием Смоктуновским. Когда говорят советский, там, Марио Ланца тут у нас один есть, новый, там, советский кто-то, или второй, вот второй Карузо, там, второй Шаляпин, ну, вот это как-то очень противно звучит, противника второй. Лучше быть хуже, но первым, и называться своей фамилией. Вы не хотите быть Элвисом Пресли? Нет, мне до Элвиса Пресли очень далеко, если Элвис Пресли покорил весь мир. Элвис Пресли был пионером этого дела. А мы только могли подражать. Главное же в художнике, что вот Элвис Пресли, может быть, не был бы Элвисом Пресли, если бы он не был первым исполнителем блюзов и рока. Вот белый человек, первый, который вышел и начал вот это все делать. Битлсы не были, наверное, Битлсами, если бы... Сейчас вон сколько у нас Битлсов уже собралось. Но, во всяком случае, Битлсы навсегда останутся, потому что они первоначинатели, пионеры. Я могу себя только, может быть, считать где-то пионером в одном. Только что я умудрялся петь после Баха «Вентикватора Милабачи», да? Или какие-то песенки мешал в кучу. Вот только пионер за что получал часто пинки, что ты делаешь, ты мешаешь святую, серьезную музыку с каким-то балаганом. Ну, я говорю, ну что ж, почему? Может быть, там вот девочки, которым мои поклонницы, приходят послушать там «Королеву красоты», а может, они вот, им понравится «Риголетто». Ну, тоже, в общем, где-то воспитательная какая-то работа. Вы сказали, о Пресли он покорил весь мир. Вот без ложной скромности, когда вы почувствовали, что вы покорите Союз? Вот когда вы почувствовали действительно славу, что вы приезжаете, условно говоря, в Пермь, предположим, и для вас... Еще вы не взяли билет на самолет, вы знаете, что очень, там зал полон. Как-то очень быстро получилось. Я какой же это год был? 61-й, что ли? Вот в отличие от Славы Белзы, я даже свои года не запоминаю. Когда у меня Слава Белза прекрасно запоминает все даты, все. В общем, наверное, 61-й, где-то 60-60-е годы, это была декада азербайджанского искусства во Дворце съездов. Тогда я в Москве был никому не известен. И я в общем концерте, в конце спел Мухинвальдский набат, Каватина Фигара и что-то еще. Куплет Мефистофель. И все, этого хватило. На следующий день я уже не мог ходить по улицам, уже все меня узнавали. Ну, а потом уже приглашение на «Огоньки» постоянно, где мы со Светланой Моргуновой первый раз встретились, там «Кума Прима» я пел. Деда Ралевич говорит, напиши песню, посвяти Леониду Ильичу. Я говорю, не буду. Нет, говорит, напиши, надо. Я говорю, ну не буду я петь «Наш дорогой Леонид Ильич», ну что смешно-то? Я говорю, давайте я просто напишу еще одну песню. О людях, о стране. Ну и клавир ему подарю. Вот этим мы закончим наше посвящение. Он говорит, ну хорошо. Ну, мы с Робертом написали песню. Назвали «Жизнь моя отчизна». Я ему протягиваю клавир. Он меня, значит, поцеловал как следует, как умел. Я ему протягиваю клавир, а он не понимает, что ему клавир дает. Он уже слышал плохо. А я ему что-то вот так вот говорю, как сейчас. Ну, там он вообще ничего не слышит. И он мне взял, вдруг расписался, отдает мне мой клавир обратно. Я говорю, Дидар, что будем делать? Я говорю, он мне возвратил мое посвящение. Говорит, ничего, у меня, говорит, запас еще.
А, вы снимаете, да? Снимаете, оказывается. Я думал, что они еще там пленки. А все-таки народного вам дали за эстраду? Нет, за исполнительское искусство. Как бы по совокупности, да? А у нас за эстраду тогда не давали. Эстрадные певцы считались низшие уровень. У нас чудом тогда народного СССР получил Утесов, но это уже мадикане такие были. А так народных СССР раздавали только классическим музыкантам. И очень тяжело было эстрадному певцу пробиться. Вас вообще очень изнуряли поклонницы, вот этот вот виск концерте, я представляю, что творилось после там и так далее. Это вы человек, в общем, скорее не общительный, трудно представить, чтобы вы охотно шли на. Ну, я, в общем-то, все время удирал. Может быть, плохо делал. Мне говорили, что ну зря ты удираешь какими-то окольными путями, там машину прям загоняли во дворец спорта прямо. Сцене прямо из дворца спорта выезжал уже на машине. Вот зря ты делаешь, стоят поклонники твои, там, толпа, там, все тысячи людей. Они хотят на тебя посмотреть, ты уезжаешь. Я говорю, ну просто я один раз дал на себя посмотреть. Это очень плачевно кончилось. Один раз страшно просто было, когда на стадионе я в центре пел. И когда уже концерт подходил к концу, вдруг какие-то несколько таких смелых ребят выскочили с трибун оттуда, отсюда и отсюда, с четырех сторон. Взять автограф, это для толпы, это давай бей. И сразу дурные примеры заразительные, и вдруг трибуны схлынули вниз все. И все трибуны практически очутились на поле и начали на меня давить. И машина, на которую я выезжал, она стояла с краю, я был в центре. И она с краю двигалась ко мне, чуть ли не давя народ. Ну, в общем, слава богу, что никаких ужасов не было, убийств там не было. В общем, она кое-как доползла в течение 40 минут, она ползла там метров 10. До меня взяли меня и также начали ползти уже до машины добраться. Это было страшно. И после этого я, честно говоря, боялся в толпу выходить. Просто я убегал. Что касается, это понимаете, если бы этого не было, ну, можно считать тогда, значит, что жизнь прошла даром. Потому что для артиста самое приятное, что может быть в жизни, самая большая награда – это любовь. Любовь была, значит, я считаю, что Бог, спасибо, дал мне все, что мог бы мечтать другой бы на моем месте. И поэтому говорить, что «ах, нет, я устал от поклона, нет, свой». Так это есть, между прочим, разряд артистов. Начинают напускать на себя. Думаешь, ну, елки-палки, как тебе не стыдно? Тебя же любят. Ну и скажи честно, что мне нравится, что меня любят. Просто честно. Так что тот, кто вам говорит, что ему это все до фени или что-то в этом роде, это не верьте. Это просто напустить на себя очень умный вещь. Приятно, когда артиста любят, и артисту приятно, когда ему пишут письма, когда ждут его. Для этого артисты живут на свете. Избранная Магомаева под редакцией Магомаева. Мне трудно. Ну, пусть трудно. Это будет не 5, пусть будет больше. Трудно. Трудно, потому что если шлягеры такие, я их называю дешевыми. Ну, «Королева красоты» был дешевый шлягер. Вот когда шлягером стала мелодия, когда шлягером стала песня «Благодарю тебя», даже когда стал шлягером «Сердце на снегу», «Чертово колесо», это все, все-таки песни с прекрасной темой, с хорошими словами. К
«Королева красоты» – хорошая песенка была. Ну, я очень люблю поэта Толика Горохова, это мой друг большой. Но, например, написал прекрасную песню «Будь со мной». Она мне больше нравится и нравится очень. Поэтому вот я не ставлю свою творческую жизнь только вот по тем шлягерам, которые, сами понимаете, сейчас артисту, ну, чем хуже, чем пошлее, тем более популярнее. Это сомнительные очень хиты. А когда хорошая песня, ну, это так же, как сомнительно, вот, кого вы, я, например, могу назвать певиц, ну, молодежь со мной может согласиться, может не согласиться. Я считаю, что последней личностью такова была Пугачева. Мне нравится очень Лариса Долина. Я считаю, что Лариса Долина была прекрасная джазовая певица. Но я не могу судить, потому что буду сам судим за то, что она распрощалась с джазом, как я с классикой, и стала петь поп-музыку. И все равно она как талантливый человек. Она поп-музыку поет. Видно, что это поет талантливый человек. Не просто песенку поет. Она делает эту песню. Так, Ирина Отиева. Вот я пока что как мужик называю в основном женщина, это вы скажете. Из мужиков могу сказать Леонтьев, например. Может быть, мне многое не нравится, что он делает. Но это мое субъективное мнение. Но, во всяком случае, я верю тому, что он поет. Потому что он прекрасно на сцене играет. У него на лице написано, что он не просто поет песню, лишь бы спеть и заработать себе там аплодисменты. Это большой мастер. Серов Саша мне нравится. Он так немножечко Том Джонсовый парень. Но, во всяком случае, самый поющий, пожалуй, из голосов. Из совсем молодых, ну, Дима Маленьков, но я на него смотрю, когда он поет песенку, я его представляю сидящим за роялем и играющим концерт Рахманинова больше, Пресняков. Я, в общем, из этих ребят, я их всегда слушаю с удовольствием, слежу за тем, что они делают. Все остальное меня мало волнует. Я понимаю, что это молодежи нужно, что это нужно детишкам поплясать, потусоваться. Это все очень хорошо. Из рок-групп я уже назвал. Браво, Ватсон. А, ну, вы знаете, честно говоря, это надо быть большим меломаном музыки рок, если можно так выразиться, если у нас вообще это рок. Я очень сомневаюсь. Это, по-моему, элементарная попса, а до рока мы еще не доехали. Но так невозможно все группы наизусть знать. Может, еще чисто визуально их можно узнать, но так по радио я бы не рискнул. Я не такой знаток. Есть, конечно, знатоки ребята, вот, которые пишут «Комсомолки». Там. Они знают, что какой певец перешел из этой группы в эту группу, где кто чего сделал. Я небольшой знаток, я оставляю все это молодым ребятам, они это лучше знают. Но, во всяком случае, личности, вот, пожалуй, из кого я назвал, может, если я кого пропустил, я... Просто извиняюсь, но слишком мало времени, чтобы перечислять всех моих любимцев. Но, во всяком случае, личности очень мало, и мне кажется, что пока в ближайшее время будет все-таки все меньше и меньше. Потому что уже сейчас одна девочка сменяет другую, один мальчик сменяет другого. Маша Распутина уже, по-моему, и Валерия, и... Все, так сказать, всех я очень люблю, но уже мне трудно все дальше и дальше разобраться, кто это Таня или Оля, или кто еще, или как ее зовут. Потому что слишком много. Когда слишком много, можно пересытиться уже. Спасибо. Спасибо большое. Все? Обо всем поговорили? Поговорили. Моя мелодия, я твой преданный орфей.
те дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все как дым растает, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Мое сомнение тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Тебя заставила предать мелодию любви. Призвание, песня, ставшая судьбой. Вот забвенья раннего знала Орфей, преданный тобой. Вдохновенному верни мелодию.